Сегодня нашу съемочную группу пригласили в прокуратуру Чебоксарского района. Повод – самые радостные в здании, закончили ремонт. Красивые новые фасады, качественная отделка. Вряд ли у строителей было желание халтурить. Как-никак, это здание прокуратуры Чебоксарского района. Настроение у нас отличное, хотя и день пасмурный такой, но в каком здании мы до капитального ремонта размещались? Это было здание еще советских времен. Сейчас даже это здание является украшением поселка. Люди, проходящие мимо прокуратуры, мечтают здесь работать. Здание приобрело не только новый облик, на его стене появилась мемориальная доска первому прокурору Чувашии Александру Лбову. Сегодня ему бы исполнилось 127 лет. Этот замечательный человек прожил долгую и очень трудную жизнь. Он дважды был репрессирован необоснованно. Но и находясь там, в лагерях, все вынес, все испытания прошел, вернулся, а главное, остался человеком. В таком здании хочется работать, говорят сотрудники. Что ж, может быть, красота не только спасет мир, но и повлияет на раскрываемость преступлений. Ольга Пырочкина, Оксана Александрова, Александр Петров, Республика.